Многоквартирный дом 245 по улице Куйбышева был включен в региональную программу капитального ремонта жилья. Объявили конкурс, определили подрядчика. Помимо коммуникации предполагался ремонт фасада и крыши. Дом 245 по улице Куйбышева чуть было не закончил свою столетнюю историю. Все случилось тогда, когда подрядчик случайно выяснил, что объект, который он собирается капитально ремонтировать, относится к истории города и является архитектурным памятником Димитровграда. Председатель историко-культурного фонда Меликес Андрей Макеев подтвердил, что в отчетах за 1907 год Меликесской льнопредельной мануфактуры есть информация об этом строении. Этот дом был построен владельцами Меликесской льнопредельно-ткацкой мануфактуры. Это Таратин Алексей Андреевич, Павлищев, Федосеев. Примерно в 1897 году, тогда же, когда строилось здание мануфактуры, для проживания в нем служащих этого предприятия. В комитете жилищно-коммунального комплекса не отрицают, что столетний дом снова остался без ремонта. Указанный дом является памятником архитектуры. И в связи с этим, в связи с отсутствием необходимой лицензии у подрядной организации, было принято решение по указанному дому расторгнуть контракт и в 2016 году повторно объявить заново на разработку проекта именно на ремонт и реконструкцию памятника архитектуры. Теперь для ремонта дома 245 нужен подрядчик со специальной лицензией, дающий право на реконструкцию памятников архитектуры. Как нас заверили в комитете ЖКК, ремонт дома теперь возможен в лучшем случае только в следующем году. Татьяна Баловнева, Анжелика Бровинок. Наше время.